На конкурс дети читают стихи. Кузнецов Захар, 6 лет, город Киров. Эмма Машковская, я маму мою обидел. Я маму мою обидел. Теперь никогда, никогда из дома мы вместе не выйдем. Не сходимся ни никуда. Она в окно не помашет, и я не помашу. Она ничего не расскажет, и я не расскажу. Возьму мешок за плечи, я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепче. Уйду я, уйду в тайгу, и буду ходить по следу, и буду искать труду, и через бурную реку строить мосты пойду. Я буду главный начальник, и буду с бородой, и буду всегда печальный и молчаливый такой. И вот будет вечер зимний, и вот пройдет много лет, и в тот самолет реактивный мама возьмет билет. И в день моего рождения тот самолет прилетит, и выйдет оттуда мама, и мама меня простит.